Айо, ребята, всем привет! Перед началом лепите свой жирный лайк, мне будет очень приятно, как только набирается 250 лайков, выйдет новая серия, ребят. Сегодня играем на таком замечательном паблике. Блатная перестрелка, ребят, V5 рублей. Этот сервер открылся вот совсем недавно, час назад, я уже побежал снимать онлайн. Сейчас я вам покажу, какой вы просто офигеете, ребят. Смотрите, какой онлайн. Здесь уже все с привилегиями, вот супер админ, я главный админ. То есть, ребят, вообще все просто супер. Сервер, ну, моего знакомого, как вы поняли по названию, купи главного админа за 300 рублей, ребят. Сейчас я вам все покажу. Я только сам не скинул, сейчас мой друг скинул IP, сказал, вы засните, типа, все такое. Я говорю, без проблем, братан, все такое. И сейчас покажу вам, что за сервер, что здесь такого. Посмотрим, то есть паблик, вот, ребят, ну, все цены. То есть випка 5 рублей, админка 25, то есть админку можете за 25 рублей навсегда купить. Супер админка 40, то есть вот, прикиньте, супер админка, то есть... А дальше создатель за 150, владелец за 200. И главный админ, вот как я, купил за 300. Ну, мне дал там снять. Так что, ребята, я считаю, это очень годно. Посмотрите здесь, какие оружия есть. Это на паблике, ребят, паблике. Посмотрите, какие оружия. Это просто жесть, ребят, согласитесь. Согласитесь. Так, бомба заложена. Так, ранг чекнем. Что там по рангу? Ранг что-то не работает пока что. Под 15. А, это нужно, чтобы мы живы были. Так, сейчас заценим, посмотрим, что да как здесь. Такс. Ножи, все дефолт так стоит, по дефолтному. Так, магазин сервер, купить паутинку за 16 тысяч, купить 50 хп за 8 тысяч и купить парашют за 5 тысяч. А у нас есть парашют, кстати. Есть парашют, ребят. Так, дальше смотрим, настройки сервера, язык, чат русский, английский, кстати, можно. Так, сменить карту. Нужно, это типа РТВ, ребят. Статистика лучших, то есть пока что не работает, ребят. Ну, настроит админ. Заткнуть игрока, то есть мут поставить. То есть можем поставить мут игроку. И забанить читера. Это типа ватабан, то есть вот. И ватабан, да-да-да, мы можем, кстати, забанить, все такое. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас. Обычно оружие для випов, это вам за 5 рублей будет доступно. За 5 рублей, ребят, вы сможете брать вот это все. Давайте АК возьмем. Ой, такс. Так. Повыживаем, немножечко поиграем. Ребят, вообще круто, согласитесь, онлайн уже 20 человек практически. Так, мы играем за КТшников. Нужно аккуратненько. Я без звука играю, ребят, так что можно... Можно? Ох ты. Один комбо, что-то там было написано. Такс. Так. Я же не слышу, ребят, еще. Это вообще просто... Вот, парашют есть, как видите. Ой. Рефлекс, ребят. Такс. А где... Я эту карту не знаю, короче, и не знаю, где база... А, все, подождите. А, один остался. Он по-любому покажет на базе терроров, ребят. То есть вот уже фит, вот главный админ, как вы видите. Так что вообще все мега шикарно. Давайте попробуем. Дальше посмотрим. О, гранаты дались, ребят. В начале раунда я ничего не покупал, вы сами видели. Так, давайте дальше. Меню супер админы, ребят. Недоступно мне. Недоступно. Так, это доступно. Давайте дигл возьмем и броню. Б. Как броню? Б8-2. Отлично. Так, давайте что-то там. Н. Ну, что-то пока что супер админ меню, ребят, недоступно, но это исправится. Выдача привилегий для владельца. Вот, мы можем выдавать супер админку и подарить випку можем. Владелец, то есть, я вам сейчас скажу, сколько владелец стоит за 200 рублей, вы сможете, ребят, выдавать на этом сервере привилегии. То есть, вот, выдать привилегии, то есть, вот, випку, давайте, к примеру, кому-нибудь, да прям, вот, семерочка. Смотрите, чат, владелец подарил прот VIP. Так что, ребят, считаю, это прям пипец как годно, особенно на паблике. За 200 рублей вы сможете вот это все купить. Дальше. Элитное оружие для главных админов, то есть для меня. Так, взять ВСК, звезда сервера. Где она? Я взял или нет? Я так и не понял. 6. Ай, 5. Так, ну у меня что-то ее нету. Давайте флешку бросим. О, мы двоих остались, кстати, ребят. Вдвоем. Такс. Давайте попробуем что-нибудь по фасту взять. Элитное оружие. Так. Ёбда! Зажим у меня, ребят. Это просто зажим. Изи.
Элитное оружие. Так, давайте возьмем Infinity, зонтик, что-то-то, я не знаю. Взять АК-47. Ух ты. Вот это я понимаю, подгон. Экс, давайте. Вот это АК-47, ребят. Текст. Нужно сейчас аккуратненько. А куда я с макет сбросил-то? Так, авики лежат. Фига себе здесь урон, ребят. Так. Тихо, тихо. Она взорвала. Ребят, я просто не слышал, лол. Не слышал я и побежал. Давайте B8-2 возьмем. Так, дальше что у нас? Блин, я хочу посмотреть 7-6. Вообще просто. ВСК, ну что-то ВСК у меня не берется. Это для звезды сервера, но я пока что не звезда, ребят. Я только главный админ. Так, что вот это? Нифига, круто. Выдать, так, элитное оружие. Так, зонтик. Так, а если мы выбросим? М6, зонтик. А, нельзя, ребят. Нельзя, нельзя, нельзя. Нужно один раз за раунд. Давайте. Так, все, нам выдали ее. Сейчас мы посмотрим, что это такое. То есть, блин. Ай, с авика убили меня. С авика убили меня. Так, режим камеры от первого лица. Так что, ребят, вообще все годно. Так, вот еще вот такая менюшка. Голосовать за карту. Давайте. DAS 2, 2X2, B. А, то есть это B. И давайте такс. Такс, такс, такс. Вот такие вот карты поставим, пускай выбирают. Я проголосую. Давайте, я даже не знаю. Обычный DAS, наверное. Пускай будет обычный DAS. Давайте посмотрим N, магазин сервера. Ух ты. Так, подождите, пока что нет. Магазин, подождите, вы видели там, ребят, что-то было такое? Магазин сервера нажал. Купить паутинку, недоступно купить 50 хп. Ух ты. Нифига себе. Офигенно, офигенно, ребят. Давайте возьмем 6 и Infinity, что-то такое. А, дуал пистолет и дуал Infinity, прикольно на паблике, ребят, согласитесь. Такое нечасто увидите, особенно на паблике. Так, это наш, 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 наш. Давайте. Ух ты, меня сзади. Ну, я понял. Карту не сменили, блин. Так, 8. Все, сейчас сменим карту, и все будет окей. Все будет окей. И скатаем, посмотрим, что да как. Блин, или эта карта нормальная, я даже не знаю. Давайте сменим. Да ладно уже, что там. Пускай меняется карта, и мы посмотрим, что да как будет с ней. Но я считаю, ребят, блин, ну серый реально зачетный, реально прикольный. Давайте за терроров зайдем. Так, первый раунд на ножах, я так понимаю, да? Так, на ножах, вроде бы. Да, на ножах, отлично. А если мы возьмем, так, 6. Зонтик, нет, нельзя брать, нельзя. Первый раунд на ножах. Первый раунд на ножах, на ножах. Да боже, ну как, мои киллы убивают. Так, 35 хп осталось. И чё, ребят? Хорош, ребят, йоу. Йоу, не надо. Не надо. А, я понял, это разминка на ножах. Я понял. Все, я-то думаю, типа, я один остался. Чё там за такая фигня? Так, B1. 4, B8-2, давайте. И пойдем убивать всех. Так, давайте сразу возьмем зонтик. Что за зонтик? Он у нас не взялся. Текс. Ну, с меня, вы понимаете, какой. Я на паблике нулевой, ребят. Он... Ё-моё, как меня прострелили. Ёпта, зажим. 228-1337. Просто. Изи зажим. Так что, ребят, заходите, играйте, покупайте. Все будет окей, будем с вами играть. Будем с вами играть. Так, бань его.
кого банят, а я не слышу. Просто тут пишут, прикиньте, меня хотят забанить. И я здесь такой веселый. Надо зонтик еще чекнуть, ребят, и все. И думаю, можно заканчивать, потому что, ну, блин, реально покатали уже. Прикольно, Влад не читер. Такс. Такс. А где наш последний? А, он тут. 1-1 осталось, да? Да, 1-1. Блин, сложно все. Что-то долго все. Блин, давай вбивай. Ну, на КТ спаун пошел, а этот... Отлично, давайте спалим инфу. КТ спаун. Блин, он бомбу не подобрал, боже. А что будет, если кикнуть? Сори, не туда нажал, ребят, сори, перепутал кнопки, не туда нажал. Сорян, братаны. Сорян. Такс. Так, элитное оружие, где оно, вот оно. Что оно пропало? Не пропадай, зонтик. Где зонтик, блин, йоу, пацаны. Почему зонтик не берется? АК-47, вот. Лол, обычно. Стойте, выдача элитная 6. Зонтик нам не дало что-то. Ну ладно, давайте, блин, побегаем. Ух, фига себе он раздает. Аксик этот. Давайте пока покрысим здесь, ребят. Я же крыса. Я один, ну, вдвоем остались. Так. Боже, я просто... Он, кстати, раздает там чуваку КТшников. Он только что вообще такую фигню раздал офигенно. Так, N6 нажал. И зонтик. Но мне не дается зонтик. M6. Инфинити тоже не надо, СФГ. Вот такая фигня. Такая фигня. Так. Вот, осколок реально читер, ребят. Вот вы сами видели. Так, читер. Ну он реально, вы сами видели, как он, блин, заходит и сразу минус 3 или сколько минус 4 дает. Ну, или это у меня, ребят, скилл на донышке. Ну ладно, в принципе, все, ребят. Подписываемся на канал, нажимаем на клочек. На колокольчик. Заходим, играем, покупаем привилегии, играем вместе со мной, ребят. Ну а с вами был я, Рамзес. Всем удачи, всем пока.